купили культиватор. Сейчас будем культивировать. И завтра уже будем тянуть пленку. Надо будет обязательно помыть трактор, потому что он грязный и некомфортно работать. Трактор заправлен, давление хорошее. В принципе, в бой. Также нам пришел второй пленкоукладчик. Вот он стоит, красненький. Собираем его. Будем тестировать, что лучше, то и оставим. Сейчас загоняю в загонку и буду готовить поле под укладку пленки. Сейчас еще ровнее будет наше поле. Земля уже подсела после пахоты. Когда культивировал первый раз, было очень тяжело трактору, потому что культиватор проваливался. Сейчас нормально. Хожу на четвертый. В принципе, тянет. Очень интересное исполнение. Здесь все по-другому. Пленка ложится вот на такие два катка. Здесь то же самое. Протянули, смазали. Завтра будем пробовать им укладывать. Ну и, собственно, буду показывать и рассказывать. Поле готово. Оно прокультивировано. Антенку поставил. Это наш ориентир. Все, кто нас смотрит, знают, что по этому ориентиру ряды совпадают каждый год. Этот укладчик прокручиваем, протягиваем, и потом тоже им будем укладывать. Вижу плюсы и минусы как и на том, так и на этом укладчике. Буду сравнивать, рассказывать. Мне нравится то, что на катке есть чистик. Это очень удобно. Каток всегда будет чистый, особенно когда влажная земля после дождя. Потом, что мне здесь понравилось, вот эти вот приспособы, чтобы земля не накидывалась очень сильно на пленку. Также понравились колеса, очень классные, хорошая краска. Ну еще нравится то, что производители сельхозтехники начали модернизировать и идут в ногу со временем. Вот это я еще не разобрался, что это такое. Видимо, тормозок для этих валов. В общем, будем сравнивать. С этим укладчиком, в принципе, есть чем сравнивать. Работали на итальянском укладчике, мы его продали. И сейчас нам на испытание прислали два пленкоукладчика. Мы их тестим. Новый денек. Уложили вчера 10 рядов. По пленкоукладчику его дорабатываем. Расширили валы, потому что рулон постоянно выпрыгивал. И сделали вот такой вот... новшество, расширили эти держаки, потому что рулон хочет выпрыгнуть и не хочет на высоких скоростях работать. Сейчас проливаем нашу рассаду и в бой. Ездим по маркеру, сейчас зарядим укладчик и в бой. Приезжаю изначально в вымеренную середину, вот она, проехали на тракторе, чтобы проще было раскатывать лайфлет, потому что вот так не видно, а по следам ориентир очень хороший. Капля в рядах от солнца, как змея, этого не надо бояться. Включим воду, она будет как струна. Еще с маркерами надо что-то придумать, чтобы они защелкивались, как на итальянском. А так, в принципе, аппарат неплохой, нравится. Это у нас 11 ряд, техпроход. Укладчик поднятый, маркеры опущены. Это тот же ряд, просто он пустой для техпрохода.
Благодаря техпроходу можно выравнивать ряды. То есть вот этот ряд, технологический ряд, здесь будет дорога. Он, собственно, выпрямляет все те неровности, которые создаются при укладке пленки. Обязательно делайте техпроходы. Они необходимы для обслуживания поля, для опрыскивания, для погрузки. Очень всем рекомендую. Очень удобно. Новый денек. Сегодня работы на полдня. Сейчас откатаем, зацепим второй укладчик, который стоит, рвется в бой. Собственно, вот он. И будем на него смотреть, крутить, как он себя покажет в наших реалиях. Этот немного доработали под себя. В принципе, неплохо. Работает. Но нам надо еще второй опробовать. Вот такие ряды. Междурядка 2,5 метра. Техпроходы через 10 рядов. Это тот же ряд, только без пленки. Рожь растет, зеленеет. И, собственно, заезжаю в ряд. Многие используют колышки. Мы давно от них отказались. Во-первых, можно наехать, шину повредить. Два узла, два капка и закапываем. Это проще, удобнее. И колеса целые. Процесс укладки очень легкий, простой. Ряды ровные. Ориентир по центру капота. Мне очень нравится. Сейчас зацепим вот этот агрегат и будем им тянуть пленку. Отработали этим пленкоукладчиком, все нравится, что-то под себя подработали, доработали, в принципе, неплохо, сделано очень качественно, работать приятно. По маркерам, конечно, надо дорабатывать, у итальянского защелкнул, это проще, удобнее, здесь нужно попадать, ну, как-то ладно, сработали. Сейчас зацепим вот этот пленкоукладчик и будем им работать. Буду показывать и рассказывать преимущества, плюсы, минусы. Плюсы уже вижу, то, что чистик стоит на катке. Это очень-очень радует. Здесь вот изначально уже сделаны большие пластины. То есть рулон никуда не выскочит. Сам он по себе больше. И как раз прям под белорос. Этот укладчик маленький, миниатюрный. Он больше подходит под мини-трактор. В общем, сейчас будем рассказывать и показывать. И, собственно, настраивать его под наше междурядие. Зацепили укладчик. Сейчас немного настраиваем. И будем укладывать. Капельку навешу. Пленка лежит. То, что укладчик другой, ряды не совсем сошлись, но мы практически все подогнали. Сейчас иду, добавлю чуть-чуть лайфлет, подтяну, и ряды сойдутся. Где-то пустим лайфлет змеей, где-то натянем. Ну, в принципе, все сошлось. Так что можно смело менять пленку укладчики, если что-то не нравится, скорость, либо укладка.
Ну, я отличия от итальянского, честно говоря, не увидел.